Природа подарувала людині неоціненний дар – бачити навколишній світ. Око – надзвичайно складний та досконалий орган, який століттями вивчають науковці різних галузей. Глаз, невзирая на его относительно небольшой размер, является очень высокоорганизованной и сложной структурой. И среди всех, вне всякого сомнения, важнейших составляющих глаза, наиболее ценной и наиболее важной структурой является сетчатка и зрительный нерв. Саме через складність своєї будови очі потребують особливого піклування. І українські науковці зробили прорив у цій сфері. Їм вдалося створити унікальний прилад, за допомогою якого людина сама може проводити огляд сітківки та мікросудин свого ока без сторонньої допомоги. Названня цього прибору – це фундус-система осмотра глаза, яка предназначена для контроля и самоконтроля состояния сетчатки. Название фундус – это латинское слово фундус, это значит дно. То есть это прибор, который позволяет заглянуть фактически на дно глаза, то есть то место, где расположена сама сетчатка. Розробка базується на знаннях из різних наук. Работа проводилась в тесной связи медиков, физиков и технологов, и IT-специалистов, поскольку разработка включает в себя и техническую часть, это оптика и видеокамера, и программное обеспечение для обработки изображений. Ну, естественно, это методика медицинская, как его использовать. А керував розробкою и впровадженням новинки наш герой. Ігор Плюто – доктор фізико-математичних наук, академік, провідний науковий співробітник Інституту металофізики імені Курдюмова. Науковець, який допоможе зазирнути у дзеркало душі. Золотий запас України – це люди, які творять історію та здатні покращити добробут українців. Фундус-система працює за принципом трансклерального просвічування. Склера – непрозора сполучнотканинна пластинка білого кольору, що формує око, виконує захисну і опорну функції. Методика трансклерального просвечивания – це спосіб виявлення, обнаруження определенных дефектів в області склери, в області хоріадеї, сосудистої оболочки глаза. При помощі источника світу, то есть данный способ может быть осуществлен. Наша методика трансклерального просвечивания в инфракрасном излучении, соответственно, позволяет проводить данное исследование, данную диагностику в инфракрасном диапазоне длин волн. Використовують для цього спеціальні джерела світла – світлодіоди. Світлодіод является максимально адаптивным устройством в нашем способе, потому что он легкий, он удобный, он маленький, он недорогой, что тоже немаловажно. Данный источник света очень схож с лазером, но так как лазер является слишком дорогим и, скажем, неудобным устройством, потому что это все-таки громоздкая система, применение лазеров в офтальмоскопии в данном способе уж точно не является необходимым и обязательным. Существенно лучше использовать маленькие портативные удобные устройства. Света діоди типу LED. У приладі в основному використовують червоні або інфрачервоні світлодіоди. Від їхнього спектру залежить якість просвічування очного дна. Спектральні характеристики тканей по-различному взаимодействуют с красным диапазоном, с инфракрасным, поэтому картинки немножко отличаются. Это позволяет проводить диагностику, скажем, в инфракрасном свете, может быть, более глубоких слоев, которые расположены за сетчаткой. Принцип работы ока можно сравнить с принципом работы видеокамеры. Это фактически то, что воспринимает свет. Если глаз сравнить с современными визуализирующими системами, то сетчатка сродни светочувствительной матрице. То есть сетчатка воспринимает свет
полученную информацию переводит в зрительный анализатор и по зрительному нерву, по зрительным путям эту информацию доставляет в мозг, в высшие органы, в высшие центры обработки зрительной информации. Таким образом, мы получаем то зрение, о котором мечтаем и на которое рассчитываем. Саме тому лікарі під час будь-якого втручання в око намагаються максимально зберегти сітківку від пошкоджень. Так как сетчатка собой представляет с точки зрения анатомии, с точки зрения своего устройства, большое количество нервных клеток, то, как мы все прекрасно знаем о том, что если какие-то проблемы происходят на уровне нервных клеток, то регенераторные возможности организма ограничены. Поэтому в всей структуре современной инвалидности по зрению и слабовидения проблемы со стороны органов сетчатки, как со стороны части органа зрения, являются основными. На сегодня науковцы розробили дві версії фундус-систем – стаціонарні для професійних офтальмологів та портативні для самостійного контролю пацієнтом. Сейчас мы видим разные варианты исполнения методики трансклерального просвечивания. То есть это приборы, которые мы, грубо говоря, условно можем разделить на прибор стационарного использования. Это прибор, который больше всего подходит, используется офтальмологами, медиками. И приборы, которые мы отнесем приборам домашнего использования. То есть вот такого плана прибор. И вот такого планчика. Такие варианты исполнения. Головна відмінність стаціонарного приладу – наявність надвисокочутливої відеокамери. Это видеокамера специальная с регулировками яркости, контрастности и оптическая система. Смотря вот оптическая система, я сейчас отключаю. Это сверхвысокочувствительная матрица, которая чувствительна как в видимом свете, так и в ближнем инфракрасной области. Это та область, которую уже глаз не фиксирует. Вот, собственно говоря, источник излучения. Камера синхронизована с компьютером за допомогою специального программного обеспечения. Данное программное обеспечение основано на технологии Direct Show, которая позволяет в режиме реального времени снимать изображение с камеры непосредственно. Вы можете видеть свое глазное дно, специалист может дать рекомендации здесь и сейчас, именно в это время. Портативная версия фундус-системы выглядит как обычный лихтарик. Это, грубо говоря, блок питания. Источник питания, который соединен, вот буквально выведен на светодиод. Сейчас мы проверим, как он работает. Вот, видишь, зеленый источник зеленого цвета. Этот светодиод специально подобран таким образом, чтобы просматривать необходимые пациенту слои глаза, то есть оболочки глаза. Выделены именно те, которые нужны. Еще простейший вариант данного изобретения. Он полностью портативен, удобен, маленький, легенький. Вы можете всегда взять его с собой, носить. Буквально так это работает. То есть два типа источника, зеленый и синий. Опять-таки специально под пациента. То есть источники питания выбраны таким образом, чтобы дать пациенту максимальную возможность виявити своє заболівання. Тож, за рахунок чого пацієнту вдається побачити власну сітківку? Принцип роботи прибора для самодіагностики, він зв'язаний з особливістю строєння сітчатки. Фоточувствительні елементи, колбочки і палочки, вони знаходяться задньої сторони сітчатки, з тильної сторони. Как бы сітчатка вивернута. І от на цьому принципі основана можливість, що чоловік, як в зеркалі, може побачити свою сітчатку. Це може звучати невероятно. Ви дивитеся на себе в зеркало і наблюдаєте себе. Таким же способом, використовуючи наші методики, наші прибори, можна, як в зеркалі, побачити свою сітчатку. Просвічувати око аби як не можна, адже воно чутливе до зовнішніх подразників.
Щоб зробити прилад безпечним, науковці підібрали хвилі спеціальної довжини. Важно сказать то, что применение данной длины волны, данных источников света никак не отражается, никак не воздействует на проявление каких-нибудь термических ожогов или проявление биологических заболеваний глаза. То есть применение этих источников является абсолютно безопасным. Класичні методи обстеження сітківки потребують додаткового втручання у життєдіяльність організму. Для того, чтобы увидеть глазное дно в большом угле, ну, достаточном для осуществления хорошей диагностики, это угол порядка 40 градусов, обязательно необходимо расширять было зрачок, потому что это облегчает возможность освещения глазного дна через зрачок и одновременно же необходимо и смотреть глазное дно. Вот с помощью этой технологии возможно проводить обследование глазного дна без расширения зрачка. Унікальна технологія вітчизняних науковців зробила непотрібним будь-яке додаткове стороннє втручання. Поскольку для того, чтобы производить процедуру осмотра глазного дна, нет необходимости использовать медикаментов для расширения зрачка, он является неинвазивным, то есть без необходимости какого-либо медицинского вмешательства, ну, то ли это контрастное вещество, то ли расширение зрачка, ну и другие манипуляции, связанные с медикаментами. Найбільший інтерес до нового винаходу виявляють люди із цукровим діабетом. Есть ряд заболеваний, общеизвестных, которые приводят к стойкому снижению зрения. И заболевание наносит удар прежде всего по сетчатой оболочке. Ну, прежде всего, это сахарный диабет. Сахарный диабет, как мы знаем, является неинфекционной эпидемией не только в мире, но и на Украине. Достаточно сказать, что на Украине только 1 000 000 официально зарегистрированных больных диабетом. А диабет приводит к поражению и органа зрения. Унікальна фундус-система дозволяє хворим постійно контролювати стан мікросудин очей, так само, як вони постійно тримають на контролі рівень цукру у крові. Діабетик обязан осматриваться у офтальмолога не реже одного разу в год. Но за это время, за этот год или за эти полгода, фактически діабетик остается вне внимания врача. На сьогодні фундус-система – єдина методика, яка дозволяє контролювати стан мікросудин ока в домашніх умовах. Системи контролю за станом судинного русла в нас немає. І найбільш доступним регіоном є якраз очне дно. Там, де мікросудини і лікарі, в них є спеціальні апарати, де вони слідкують за станом мікроциркуляторного русла. А фундус-система допомагає самому пацієнту слідкувати за своїм мікроциркуляторним руслом і при виникненні якихось ускладнень чи змін своєчасно звертатися до лікаря. Адже такі ускладнення без вчасного лікування призводять до небезпечних наслідків. Навіть невеличкі цукри, які не відчуваються пацієнтам самі по собі, тільки можна діагностувати за допомогою апаратів, вони пошкоджують судини. І якраз ушкодження, починаючи з мікросудинного русла, воно і призводить до ранньої інвалідизації, до сліпоти людей, до виникнення нефропатії, тобто порушень з боку нирок і ускладнень з боку кінцівок. Так що стан судинного русла якраз дуже важливо для якості життя пацієнтів і для того, щоб проводити профілактику інвалідизації. Користуватися таким приладом надзвичайно просто в будь-яких умовах. Користуюся цим приладом так, раз, можливо, в тиждень, там, 10 днів. А особливо, коли я відчуваю, що в мене був підвищений тиск, наприклад, я також тоді подивлюсь і порівняю, що було, що є. Ось у мене є результати обстеження у клініці, які я робила ще 2 роки назад. І в мене є знімок, томографія, там, ну, я не знаю, там уже як вони називаються, всі інші, де є оця сітківка зображена. Через то я, коли дивлюся офтальмоскоп Плюто, я порівнюю із цією, ну, картинкою. А винахідники вже розширюють сфери застосування свого творіння. Данный прибор, то есть его портативную версию, могут использовать космонавты
для проверки состояния своего глазного дна при выходе уже там на орбиту. Потому что при наборе высоты космонавт испытывает очень сильные большие нагрузки. И это может привести к разрыву сетчатки в определенном месте или ослоєнню її. Отже, новітня розробка українських науковців допоможе людям не тільки зберегти зір, а й здоров'я загалом. А зручність і простота фундус-системи може підкорити цілий світ.